audience here with you today, and let's discover in this video which type of man do Ukrainian girls prefer. Actually, you very often ask me that questions: which man like Ukrainian girl, who they are looking for. And I think you need to understand that all Ukrainian girls are very different. Yes, maybe there is some majority of girls who are looking for some type, but most of the time every girl is very different. Every girl has her own story, her own background, and her own example of parents' relationship. And based on all of these factors, those girls, they decided to look for some type of man. Anyway, I interviewed a few girls which gave their opinion, so you will not listen just my opinion, you will listen opinion of few girls. And actually, what I just can add for myself, that actually a girl who specifically looking for foreigner, they are looking for a strong man and man who can make some decisions. Because if they are looking just for weak man, for sure they can find him in Ukraine, for sure they can find. If those girls, she want to manage everything, she want to work and her husband just will sit at home, I can give 100% guarantee she can find such man in Ukraine. So if she said that there is no man in Ukraine for her and she decided to look overseas, for sure she's looking for man who can give her insurance and who can give her some support in this life, because it's obvious. In other case, she don't need foreigner. Я бы, наверное, хотела видеть мужчину, который будет дарить мне счастье, эмоции. В наших отношениях будет равноправие, который не будет мне говорить, что я не должна что-то делать, а я это хочу сделать. И, наверное, чтобы он был хороший. Да, я бы хотела иметь свое дело, но это дело не должно быть, что я, например, кормлю семью, а он сидит дома. Нет. Я считаю, что у женщины должно быть хобби. Не только, что она должна сидеть дома там, с детьми и ничего не делать. Нет. Я считаю, что девушка должна работать, но не приносить. Да, да, да. Мужчина должен быть заботливым, внимательным, ну, в принципе, ухоженным. Вот, должен выглядеть всегда хорошо. Ну, я считаю, что мужчина должен быть стержнем в отношениях, но, конечно же, прислушиваться к мнению женщины. Ну, в последнее время я разочаровалась в наших мужчин, потому что они перестали ценить искренность. Все видят в наших девушках только одно, стал сильно большой выбор. Я надеюсь, что мужчины с другой стороны будут более уважительно относиться к нам. По поводу материального положения, конечно же, мне не все равно, чтобы он был обеспеченный, потому что во всех девушек нужно влаживать какие-то финансы. Мы все хотим, чтобы мы хорошо выглядели, как и они хотят этого. Мне очень нравится тип мужчины, такой как папочка, который будет ко мне вот так вот относиться, как к своей маленькой девочке, который будет со мной сюсюкаться, который будет со мной такой милый, нежный, и который будет на работе такой жесткий, выплескивает всю свою агрессию, который будет такой сильный и всегда сможет от всех меня защитить и позаботиться обо мне. Хотела бы за себя видеть мужчина-партнера, естественно, но чтобы он был, конечно, главой семьи. Thank you guys for watching this video. I hope this information was helpful for you. Please write me your comments under this video and your thoughts. And don't forget to press the button like, so I will make more video like this. Okay, bye.